Прорыв трубы холодного водоснабжения произошел сегодня в одном из дворов жилого дома в микрорайоне Северо-Восток. Вода растеклась по всему двору и проезжей части. Прибывшие на место аварии коммунальщики тут же принялись за устранение проблемы. Во дворе дома образовался настоящий фонтан. Из-за прорыва трубы жители дома остались без холодной воды. Они отметили, что такие аварии в их дворе происходят каждый день. Водители, видимо, уже привыкли к этому и, не боясь за своих железных коней, проезжали прямо по воде. Сейчас уже это третий раз прорыв воды был, проблем в принципе не было никаких, только вот сейчас на данный момент холодной воды нет дома и все. Вот так вот. И осенью был такой целый каток образовался. И в этом году опять. После Нового года опять каток. И что, никаких мер не принимают? Делают, не знаю, что-то. Кто-то не делает, какая разница, но делают все. Мы как два колодца вырыли полтора года назад, и с тех пор все такая ерунда происходит. Прибывшие на место аварии сотрудники ТО «Батыс-Орнасы» пояснили, что данный прорыв для них не является неожиданным. Наоборот, так и должно быть. Таким образом, они ведут промывку новых труб, которые были проложены этим летом, и берут воду на анализ. Что, внутри трубу, внутри, чтобы все это грязи, что чистая была, чтобы вода. Поэтому и тупиковый, конечно, это. Оттуда стройка не идет сюда, центрально. Они поменяли же вот. Теперь мы хотим вот это до этого места тупиковый, поэтому все промывку делаем. Внутри вода, чтобы чистая была. Жильцам дома остается только терпеть эти неудобства. По словам начальника участка, данные работы завершатся через пару дней. Олег Великий, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.